Не стоит. Я в этом не нуждаюсь. Классная ты, спасибо большое. Очень приятно. Вы считаете романтизм плохим? Нет. Главное, чтобы не чересчур. Так нормально. Хочу стихотворение и оценила. Хорошо. Where are you from? Ukraine. Where from Poland? Please speak. Polish. Но не умею я общаться на польском. Не знаю я польскую мову. Вот не знаю. I'm Filipinas. It's cool. It's cool. Молодая, но адекватная. Респект, молодец. Спасибо большое. Ты бомба. Да. Которая сожжет Кремль. Но добро. Мне очень нравится твоя комната. Спасибо большое. Don't speak Polish. You're so pretty. Thank you so much. Вустами за скомбатам и поле с телом богатый. Вроде там так поется. Your face like an angel. Thank you so much. Согласна, это очень симпатично. Спасибо большое, очень приятно. Боже, как я много сегодня комплиментов услышала. Вопросики, не знаю, там тему какую-то завести для общения. Считаете ли вы, что красота – это самое главное в жизни? Есть, точнее, так говорят люди. Встречаем мы по обложке, провожаем по уму. Для меня важен внешний вид человека. Привет, это же хорошо, когда комплименты делают. Ну, конечно, я же ничего не говорю. Hello from Italy. У тебя есть сестра или брат? Есть брат родной по папе и есть сестра двоюродная. Спасибо большое за подписочки. Подписочки летят, а вы шо, дай боже. Красота правит миром. Я тоже так думаю. Как-то я хорошо, ты как? Я считаю, мое мнение, что ну ты тебе будет максимально неприятно общаться с человеком, который неопрятный, который неухоженный. Ну, типа, мое личное мнение. Поэтому, да, конечно, для меня важен внешний вид в любом случае. Если кому-то интересно про черепах, подписывайтесь на меня. Ой, черепашки, это мило. Можно тебе в инсте добавить? Ну, да, можешь подписаться на инсту. У меня инста в профиле ТикТока возле кнопки подписаться. Ну, сам мы за помолчим. Можно... Господи, выйди отсюда. Как дела? Все хорошо, спасибо. У тебя как? Боже, блядь, что такие деганы забывают у меня в этом? В эфире. Вопрос на сыпку. Что это гудит? Батарея. Привет. Включенная батарея гудит.
Салам из Грузии. Грузия, большой вам привет с Украины. Блин, Грузия очень красивая. Ух, какая. Угу. Спасибо за розочку. Вопросики давайте какие-то. Будем общаться, будем разговаривать. Привет, красуня. Привет, за красуню дякую. Спасибо, не за что. Думаю, так, все на среднем уровне. Не хотела ли ты куда-нибудь переехать? Мой дом — это Украина. Никуда не хочу никогда. Вообще, то есть, типа, я не думаю, что я куда-то перееду. Ну, вот на постоянное место жительства. Ты была в Грузии? Нет, я никогда не была за границей. Допустим, Штаты. Не хочу, вот я хочу в Украине жить. Слава Украине. Ой, спасибо. Героям слава. Грузия, спасибо вам большое. Я из Грузии. Грузия, огромный привет. Як настрій? Та все добре. Спокійний настрій. Дякую, в тебе як. Так вот, у меня, блин, бывший, с которым я была 3,5 года, год назад, ну ладно, 1,5 года назад, у него есть сестра в Москве. Я такой, ну давай там поедем, короче, там, ну, переедем на какое-то время в Москву, типа туда-сюда. Я говорю, ты дурак, говорю, нахер оно мне надо. Я говорю, ты дебил, я хочу жить в Украине. Ну, типа, думаю, чего, блядь. А потом началась война, и он понял, что это была плохая идея. Очень красивое сердце, спасибо большое. Привет, как дела? Все хорошо, ты как? Привет, Зайка, привет. Приходи как гость. Спасибо большое. Огромное спасибо, Грузия. Это классно. Я со штата в Украину хочу приехать. Почилить. Ну, я ничего не могу. Добрый ранок. Ого, добрый ранок. Таджикистан, огромный вам привет с Украины. На самом деле, поездить где-то, да, попутешествовать, это прикольно. Но жить как-то на постоянной основе за границей, я думаю, я не вывезу. По той причине, потому что вот кроме Украины, я нигде себя вряд ли буду комфортно чувствовать. Ну, то есть, типа, в таком плане. На постоянное место жительства я не думаю.